На календаре 27 ноября. С вами Терехина Мария с ежедневным репортажем Trading Center Web TV. В этот понедельник доллар США торгует слабо. Рынки и правительство возобновляют работу после Дня Благодарения. Далее в течение недели предстоит слушание, которое должно утвердить Джерома Пауэлла на пост нового президента Федрезерва. Джанет выступит в Капитолии с отчетом об экономике США. А республиканская партия продолжит работу над реформой налогообложения. А пока переходим к показателям денежного рынка. Курс евро и доллара на 0,14% выше и составляет 1,1947 пунктов. Фунт по отношению к доллару подорожал на 0,3% и составил 1,3374 пункта. Пара доллара и иены на 0,5% ниже. Текущее значение 111,1 пункт. В центре внимания соотношение австралийского и американского доллара. Пара снижается, краткосрочные позиции будут ниже 0,7645 пунктов со значениями 0,759 пунктов и 0,7575 пунктов. Драгоценные металлы в основном дорожают. Золото растет в цене. Долгосрочные позиции будут выше 1290 долларов со значением 1300 долларов и 1303 доллара с половиной. Серебро на 0,65 дороже. Тройская унция стоит 17 долларов 10 центов. С вами была Терехина Мария специально для Trading Central Web TV.